Неман – третья по величине река Беларуси, привлекает внимание не только горожан, но и туристов. Однако он требует тщательного ухода. Только за последние 10 лет уровень воды в реке уменьшился на 40%. Для того, чтобы поддерживать пригодное состояние водной артерии, активистами регулярно организуются зеленые проекты. А в минувшую субботу в Гродно прошла международная экологическая акция, в рамках которой были убраны берега Немана на всей его протяженности. А это Гродненская и Минская области. Молодежь у нас всегда инициативная, всегда позитивная, поэтому мы небольшим количеством, но тем не менее решили поддержать эту акцию, потому что каждый должен помнить о природе, о том, что нас окружает. Каждый должен помнить в первую очередь о себе. Не нужно убирать мусор, просто лучше не мусорить. И мы этим своим примером, скажем, мы хотим показать, что чистый Неман, чистые реки, чистая Беларусь – это залог здоровой нации, залог здоровой молодежи. Впервые международный проект по наведению порядка вблизи водоемов стартовал в 2017 году и был направлен на уборку берегов Рейна. И если при запуске акции количество ее участников едва ли достигало нескольких десятков, то уже через год порядка 10 тысяч человек, живущих в 60 городах мира, решили присоединиться к экологическому движению. К так называемому «зеленому флешмобу» Беларусь подключилась впервые. Формат проведения мероприятия также стал особенным. На уборку одновременно вышли сотни активистов Гродненской и Минской областей. Я считаю, что очень важно заботиться о окружающей среде. Также мы должны сохранять красоту и природу нашей страны, потому что река Неман, она олицетворяет в себе Беларусь, и это очень важно, чтобы она выглядела красивой для туристов, для нас. Мы должны заботиться о нашей природе. Берущая свое начало на юге Минской возвышенности, река по своей протяженности составляет 937 километров. Две трети ее протекает по Гродненской области. Убрать территорию берегов Немана вышли не только организованные группы, но и просто неравнодушные люди. Однако не зря говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому сегодня перед волонтерами и активистами стоит главная задача – напомнить горожанам о том, как важно соблюдать чистоту. Если ты изначально настроен на то, чтобы воспитывать своих детей так, бережно относясь к природе, к окружающему тебя миру, то и твои дети, соответственно, будут вести себя точно так же. Мы просто уже мамы, и мы знаем, о чем мы говорим, поэтому мы знаем, что нужно бережно относиться к природе, чтобы это досталось нашим детям, нашим внукам и вообще приносило пользу всем окружающим. Начинается период отпусков, и многие будут проводить свободное время вблизи водоемов. Однако каждый отдыхающий должен помнить, что уборка за собой после отличного пикника – тоже часть отдыха. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости Гродно+.